Всем привет на нашем канале. Сегодня хочу вам рассказать об одной очень интересной акции от торговой марки Kinder. Это проводится акция Kinder совместно с сетью магазинов АТБ продуктовых. Чтобы поучаствовать в этой акции, нужно купить в сети магазинов АТБ любую продукцию Kinder или Kinder Surprise, или Kinder Шоколад, или Nutella. Но это уже вам выбирать. И сохранить чек, чтобы в чеке была отметка о Kinder. Все, потом берете чек, регистрируете на сайте. Вот такая вот регистрация. Регистрация несложная. Просто берете, заходите в регистрацию. Если вам 18 лет, да, тут фамилия, имя, отчество, номер телефона мобильного. Выбираете день, когда вы купили продукцию Kinder, и вводите вот этот пароль, капчу. Я соглашаюсь с правилами, я даю разрешение на обработку своих персональных данных. Все, регистрация. Каждый день разыгрывается у них рюкзак один. Ну и в конце акции будет 30 сентября, будет разыгрываться среди всех участников, будет разыгрываться парта школьная, детская. Те, кто уже выиграл рюкзак, они будут принимать участие только в розыгрыше парты, ну а остальные будут участвовать дальше в акции и, возможно, выиграют рюкзак. Ну, к чему я вот это все веду? Мы купили продукцию Kinder. Мы покупали себе Kinder Joy, просто шоколад Kinder. И решили поучаствовать в этой акции. Просто так взяли, зарегистрировали на сайте наш чек. И буквально через 2 дня нам перезвонили из самой компании. Специалисты, которые занимаются этой акцией, спросили, участвовали ли мы, регистрировались ли мы в этой акции, и поздравили, что мы выиграли рюкзак от торговой марки Kinder. Вот какой рюкзак сейчас будем смотреть. Сейчас все увидим, какой он есть. Доставка, сначала нам говорили, будет новой почтой, но, видимо, что-то с новой почтой у Kinder не срослось. И доставка, они решили доставку и воспользоваться от Укрпочты, курьерская доставка. Вот сегодня забрал, отдал мне курьер посылочку, в которой находится, по-видимому, сам рюкзак. Вот такого вот плана посылочка получается, маленькая, небольшая. Вот тут вот курьерская доставка, адрес Kinder Киев, ну это штрих-код. Вот так вот оно все упаковано. Сейчас будем вскрывать саму посылку и посмотрим, что оно такое тут. Ну, давайте распаковывать посылку. Все-таки интересно, какой сам по себе рюкзак.
на сайте и на самих на рисунках, рекламных буклетах. Он красный, рюкзак этот. Ну, по идее, он должен быть детским рюкзаком, потому как киндер — это все-таки для детей. Так. Раскроем нормально. Бумага, возможно, где-то пригодится упаковочная. Зачем ее портить? Ну, в принципе, упаковали хорошо. Претензий к упаковке нет. Это все-таки рюкзак. Он не побьется, не помнется. Так, ага, еще тут вот. Так. Так, ну давайте теперь открывать. Упаковочка, конечно, довольно-таки неплохо. Не пожалели ни скотча, ни бумаги. Так, есть. Так, ух ты. Вот он какой. Получается. Так, вот видите, какой. Довольно-таки качественный материал самого рюкзака. Да. Тут вот бирка Kinder фирменная. Ну а что, довольно-таки хороший рюкзак. Хороший, качественный. Интересное выполнение, конечно. Красный есть такой. Так, а что тут в середине? Вау! Круто! Вот смотрите, какой киндер! Какое яйцо киндера! Прикольное! Я думаю, малышам понравится это все. Особенно вот такой киндер. Ну, в принципе, тут больше ничего нет. Как видите, ну, такой довольно хороший, такие качественный рюкзачок. Это, наверное, надо будет вот так вот. Сейчас посмотрим. О, вот так вот. И пошел в школу. Прикольно. Да. Ну, что хочу вам сказать. Покупайте продукцию Kinder. Радуйте детей. Ну, и радуйтесь сами, конечно же, своими победами. Всем удачи в этой акции, кто будет участвовать. Если кому понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. У нас будет довольно много такие, много чего интересного на канале. Канал пока что еще не раскручен, но ничего, много чего интересного будет. Всем пока-пока. Спасибо за внимание.